только что принесли такой чемодан от Look Fantastic. Это не Look Fantastic Advent календарь, а именно такой чемодан. Оставлю на него ссылочку. Все вообще в порядке с ним. Чуть-чуть вот здесь вот замялся край. Он приехал вот в коробке. Но я думаю, что это именно транспортировка. Потрясающе красивый. Открывается он вот так. И там мы видим... Bare Minerals. Такая сияющая пудра. Полноразмерная палетка и ламаска. Розовенькая, в розовых таких тонах. Я сфоткаю, в инсту выложу. Кристоф Робин, я очень люблю, это маска очищающая, это вместо, ну как-то лоу-шампу, короче, вместо шампуня вот этим пользоваться, чтобы не травмировать волосы. Помада Бёрбери, сфоткаю тоже в инсте, выложу какой оттенок, и кисточка для глаз от Сигма. Я прям... Но это еще не все. Тут есть еще второй ярус. Он открывается вот так. И здесь у нас лежит Рен. Очищающее молочко. Здесь все полноразмерки. Эспа. По-моему, это серум. Да? Это серум, успокаивающий для лица. Некий журлик, я фиг знает, что это вообще, это мист для лица с розовой водой. И влом, и не влом, увлажняющий крем, мне нравится, да, у меня были какие-то миниатюрки, мне нравилось. И... Вот это. Я, честно говоря, толком еще не очень поняла, что это. Но здесь написано, что это тонер. Но это стекло. И здесь 200 мл. А, ну да, просто кажется, что гигантская упаковка, потому что стеклянная. Тут все натурально, 97% натуральных веществ написано. А, и, по-моему, здесь больше ничего нет. Да. А, вся эта штука стоила, по-моему, 8000 рублей. Или... Я, в общем, оставлю ссылку на нее. Я думаю, что она еще есть. В принципе, это все перебивается в разы, потому что палетка и ламаска стоит дорого. В общем, здесь все полноразмерное, и здесь точно удалось сэкономить. Если вы любите эти продукты, по-моему, он есть еще в наличии, этот сундук. Бегите, хватайте, а я пойду в инсту фоткать, что вообще мне пришло.